Обычно они, потому что они американского производства, то есть вы их не найдете где-то у себя в магазинах. Есть.
классическая клубника, в принципе. Освежает. Так как это такой классический вкус, он больше пойдет. Постоянку, я думаю, те, кто не любит какие-то перенасыщенные или яркие, да, вкусы, то есть парить ее можно каждый день спокойно, как жвачку. Ну, хотя, конечно, жвачка. Здесь это имеется в виду Raspberry.
Всем большое спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии.